Привет, ребятки, у нас сегодня вот такие два пакованчика. Здесь блейд, здесь у нас как там, сумка для одежды, как-то так, или как там. Сейчас, в общем, мы разберемся, что у нас почем. Значит, блейд. Китайчик оценил его $78, по идее, цена где-то такая же самая. Доставка заняла где-то там 2 недели. Заказывалась на 11.11, поэтому пришло относительно быстро. Здесь у нас вот таких два бычика. Это китайчик. Ага. Здесь вот так два Б. Сейчас распакуем. Там просто убираем, как-то. Так. Тут у нас раз, тут у нас два. Так. Чик-пык. Ай. Раз, все, бычик готовый. Ага, тут у нас в этот раз бычик у нас такой. С крутилочкой. Здесь еще крутится. Интересная модель какая-то. Сейчас. То есть вот такой бы раз есть один. Сейчас мы скроем второй. У нас тут тоже встречает на Б наклейка. Такая нехитрая приспособа. Так, это мы вставляем куда-то сюда. Тут. Вот. По идее, правильно. Стоит пипка. То есть, как я понял, смысл БФ, когда они бьются друг от друга. Вот это, когда БФ-чики бьются, они цепляются друг за друга, ну типа вот так как-то. И вот эта фишка раз, и она распадается, эта БФ-ка. Как я понял, как бы суть игры такова, что когда они типа между собой дерутся, как-то так. Кто кого победит, у кого мощнее БФ. Крепкий. То есть это у нас есть. Ссылку на товар, конечно же, я оставлю в описании. Переходите, заказывайте. Также на кэшбэк тоже ссылочку оставлю. А сейчас мы переходим к автору. У нас по ссылочке, которая будет погабаритнее, побольше. Китайчик ее оценил ваш $1 с мелочью. Здесь он как-то органайзер назывался, если не ошибаюсь. Как-то так. Ёшкина-матрёшкина, ага. Один такой. Целлофанки один. И, походу, дело два. Два, три, четыре. А, это... Ага, даже так. То есть это у нас, по всей видимости, полочки для органайзера. Ёпти. Так. Чик. Вот такой у нас органайзер сейчас. Взял линеечку. Так, у нас на органайзере, как вы видите, порядком. Сейчас так вот от края до края приложим. Порядком 20, ну, грубо говоря, 29,5 сантиметров. Одна полочка. Это, я так подозреваю, еще таких же несколько. Все должны закрыться. Раз, максимально. Компактная вещица. Думаю, должна быть удобненькая. Хренечка есть. Но габаритная, зараза. Так, тут у нас где чего. Какие концы. Так, нашли наконец, наконец, ребята. Йохана бабайка.
Йохана бабайка. А тут еще больше. Чтобы вы, ребятки, понимали. Вот такая вот Йохана бабайка. Сейчас я вам соберу, чтобы вы видели. Вот такой вот органайзер Йохана бабайка. Так. Длина его. Так, чтобы мы могли примерно. Где-то так, да? Давайте вот так положим. Раз. Есть. Примерно 33 сантиметра. Ну, на скидочку. То есть это вот тоже такой органайзер есть. Ну, я так подозреваю, это здесь типа нижнее белье сложить девочкам. Там носочки, трусики, там, ну, что-то еще там. Короче, много чего можно сейчас сложить. Ссылочку на данный товар я тоже оставлю в описании. Ребятки, переходите, заказывайте. Ссылку, опять же, на кэшбэк я оставлю в описании. Переходим, заказываем. Либо же, если вы живете в Украине, нет желания разбираться, как заказывать, как вести споры, как общаться с китайцами, пишите мне, помогу заказать без проблем. Решим эту проблему. Так, что еще хотел, ребятки? Чтобы вы написали здесь какие-то комментарии по поводу данного видео. Конечно, подписаться на мой каналчик. Вот тут снизу кнопочка есть. Лосики нажать. Как уже говорил, комментосик опять же написать. И вот тут, или вот тут еще есть интересные видео. Переходите, смотрим. Я с вами не прощаюсь. С вами был Александр. И вы находились на канале «Китай в топе».